Медведева 2 года подряд выигрывала чемпионаты мира. Что именно, на ваш взгляд, может сделать ее сильнее? Дать возможность совершить еще один шаг вперед? Прежде всего, это ее тело. Тело – главный инструмент любого спортсмена. Оно должно быть сильным и хорошо подготовленным. Знаете, что главное? Что Женя очень молодая спортсменка. Ей всего 18 лет. Но это такой возраст, когда спортсмен должен иметь право собственного мнения. Должен понимать, что он такой же полноправный член команды, как любой из работающих с ним специалистов. Мне прекрасно известно, цель Медведевой – выиграть следующие Олимпийские игры. На пути к этим играм у нас будет 3 чемпионата мира. Выиграет ли она все эти 3? Не знаю. У меня нет хрустального шара. Знаю то, что сейчас Медведева на распутье, и мы с нашей командой сделаем все возможное, чтобы помочь Жене успешно преодолеть этот период. Built up to this moment, and I gotta convince myself I don't want it, even though I do.